Светлана Сергеевна, а когда вы побывали вот гостем в этом поселке уже? Ну, нас связывает одно удивительное совершенно имя, удивительной личности. Это Ролан Антонович Быков. Для нас он еще ролик. Мы же жили как, так сказать, вместе в одном доме. Это дом, последний дом кинематографистов по Черняховского 2, который пристроен к дому метро «Аэропорт» с тыла. Мы, правда, были с ним знакомы еще раньше, потому что мой муж Анатолий Михайлович Мукасей, потрясающий оператор, мы еще действующий оператор и режиссер. Вот я к вам приехала буквально, собрала «Гардемарины 5», и он это тоже снимал. И мы были знакомы очень хорошо с Быковым, потому что Анатолий Михайлович снимал практически многие картины Ролана Быкова, в самом детстве. И поэтому мы очень дружили с Роланом Антоновичем, очень. У него были замыслы, понимаете, он человек был гениальнейший, конечно же. Я уже не говорю о том, как он был потрясающий актер, режиссер, поэт. Дивный совершенно. Он как-то очень мыслил, понимаете, очень грандиозно, масштабно. Ведь он хотел построить такой, понимаете, большую-большую киностудию детскую. У него это была хорошая не только киностудия, но и место проживания, предположим, детей, которые приезжали к нему бы на съемки, на картину из каких-то других городов, чтобы они жили не в гостинице, чтобы они жили здесь, чтобы они привыкали друг к другу, к съемочной площадке, к партнерам, к режиссеру и так далее. У него был такой грандиозный замысел. Вот, к сожалению, это не осуществилось. Дело в том, что до того, как туда въехала семья вот Быкова, это был коммунальный дом. Там была коммунальная квартира. И вот людей расселили, вселился Ролан Антонович с Еленой Всеволодовной. И вот как раз вы спрашивали про этот ураган, и в связи с ним интересная история была. Когда мы утром вышли, вот я уже рассказывал, заваленная улица, и вдруг звонок от Быкова. «Генрих, ты знаешь, я из дома не могу выйти». Оказывается, огромное дерево упало прямо поперек выходной двери, и Ролан не может выйти из дому. «Выручай». И вот распилили было, оттащить не можем. Даже распилены не можем, огромное дерево. Еще раз распилили, чтобы кусок откатить. Откатили от двери кусок огромный, с трудом часа два, наверное, возились. Выходит Ролан Антонович. «Ну, ребят, ну спасибо, выручили. Ну что, надо это дело как-то отметить. Ну, зайдем. Опять же в деревне живете». Да. Ну, я знал, что Леночка Санаева это не одобряет. Не одобряла? Не одобряла. Нет, не одобряла. И очень активно не одобряла. Да. И очень во многом не помогла. И мы с пониманием к этому относились. Нет, Ролан Антонович, ну а чем я могу отблагодарить? Я ему совершенно в шутку говорю: «Ролан Антонович, а вы спляшите». Прекрасно. Он дивно плясал. Да. И он тут же он около входа сплясал. И сплясал великолепно, действительно. Это продолжалось там, может быть, полминуты, но танец этот запомнился нам с Ленькой на всю жизнь. А вы тоже помните, да, Да, я сейчас как раз вспомнил, как состоялось мое знакомство с Роланом Антоновичем. Ну, мы мальчишками, по-моему, лето было, как всегда носимся на велосипедах по поселку, нам там лет 8, может быть, 9, у нас своя банда. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, к нам в поселок переезжает жить сам кот Базилио. Или Бармалей. С лисой Алисой. Ну, для нас, вот у меня почему-то воспоминание такое, что дошел слух, что сам кот Базилио приезжает к нам жить в поселок. Ну, мы, естественно, что, куда, и тут выясняется, что прямо в соседний от меня дом. Вдруг приезжает машина кирпича, а Ролан Антонович только вот там собирался строить. И мы, значит, в течение целого дня, нас было 3 или 4 человека, сейчас не помню, таскали эти кирпичи. Ролан Антонович периодически выходил и говорил: «Ребят, ну не надо, езжайте там, идите домой, вас там, мама, что вы тут делаете?» «Нет, нам интересно». Ну, в общем, разгрузили мы там, конечно, не машину, но сколько-то разгрузили, и, в общем,
Так вот состоялось наше с ним знакомство. Ну, потом однажды я как-то еще тоже в гостях побывал. Это, конечно, такая история для меня достаточно постыдная до сих пор, но, может быть, я люблю сейчас... такое рассказывать. Может быть, сейчас расскажу, и как-то грех с души спадет. Дело в том, что мне тогда было лет уже 14, да, может, 15, и я увлекался компьютерами и слыл по соседству знатным компьютерщиком. И меня позвали к Роману Антоновичу по-соседски, попросили помочь настроить принтер. А Роман Антонович только уже, что вернулся из Соединенных Штатов, откуда привез замечательный, один из, судя по всему, первых в стране струйных цветных принтеров. И первое, что я сделал, это воткнул вилку, конечно же, через переходник, вилку на 110 вольт в нашу розетку на 220 вольт. 220, так. Из принтера потекла какая-то желтая жидкость, омерзительный запах, легкий дым. И стою я перед всем вот этим хозяйством и понимаю, что надо как-то пойти, собственно, Ролан Антоновича... А хозяина рядом не было при этом? Да, он меня отправил наверх, говорит, Леш, ты там когда... Оставил как специалист. Да, ты настроишь, позови, там посмотрим, что-нибудь распечатаем. Как это вы пережили? Фотографию тебе какую-нибудь распечатаем, если захочешь. Набрался сил, спустился, рассказал. И услышал очень одухотворенный монолог. На русском языке. На чисто русском языке. На сугубо русском языке. Да. И очень красивый, очень прям вот... Грамотный. Грациозно все о себе узнал. Причем, надо сказать, без лишнего перехода на личности, но с упоминанием неких предков, судя по всему, дальних. И после этого я понял, что, наверное, мне не стоит употреблять подобные слова в своей речи, потому что так красиво я уже точно никогда не скажу. Шикарная история, да. Хорошая история.